Творчество – это креативная деятельность, это особый взгляд на мир, который помогает увидеть хмурую, рутинную жизнь с другого угла, с более красочного, интересного и необычного. 14 марта в Крымском республиканском дворце культуры профсоюзов состоялся финал общеуниверситетского фестиваля-конкурса художественного творчества «Крымская студенческая весна», где зрители увидели лучшие номера всех этапов мероприятия и узнали имена победителей. Главным гостем мероприятия была руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова. Ну, «Крымская весна» перевернула жизнь, можно сказать. Я думаю, многих крымчан, если не всех. Чем больше конкурсов, тем больше возможностей у молодежи проявить себя в какой-либо сфере, тем лучше, я считаю. В мероприятии приняли участие более 150 студентов КФУ имени Вернадского в различных номинациях, творчество которых оценивали профессионалы в области культуры, искусства и театра Республики Крым. Ну, мне предложили поучаствовать вместе с моим коллективом, станцевать, показать народ Болгарии, и я согласилась помочь. Участники готовы продолжать свой творческий путь независимо от результатов конкурса и развиваться в своих направлениях. Ну, на самом деле мы знали, что мы пройдем финал. Мы такие скромные парни. Мы уже как-то говорили, что мы сначала возьмем Казань, потом Астрахань. Вот, поэтому будем двигаться дальше в этом направлении. Также в рамках фестиваля-конкурса стартовала выставка художественного творчества обучающихся. По нашему мнению, это такой вклад в жизнь университета, то есть, несомненно, принимая участие, мы оставляем как бы за собой след. По завершению финала фестиваля-конкурса участники были награждены ценными призами. От финала я жду ярких эмоций. Мы провели 4 этапа в разных структурных подразделениях. Лучшие наши исполнители, лучшие танцоры, лучшие исполнители театрального мастерства, они здесь сегодня на этой сцене. Я жду, конечно же, что каждый попытается реализовать себя полностью. А по итогам этого фестиваля мы направим лучших из лучших наших студентов на российскую студенческую весну, которая пройдет в Туле, а потом, быть может, если результаты позволят, то и в Кремль. Департамент по социальной и молодежной политике КФУ имени Вернадского собирается проводить такие мероприятия ежегодно, чтобы привлекать талантливых молодых людей к участию в культурно-массовых мероприятиях университета Республики Крым и России в целом.